Могила Лео. Глупая смерть, которой можно было избежать. Железный рудник, он выработан много веков назад. За корнями что-то есть.
Старая сигнальная башня. Еще немного и совсем рассыплется.
крупная тварь. Угу. Месяц я его выслеживал, но все-таки завалил Сухина сына. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошая мысль. Но сперва я закончу вскрытие. Эта особь была быстрее, чем остальные. Быстрее и сильнее. Я хочу ее как следует осмотреть. Позволишь взглянуть? Хочешь воздать ей последние почести? Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Давай осмотрим его голову. Длинные усы. Выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга. Ага, я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки, как галки. Так, а в пасти желтые тупые зубы. Одного верхнего и нижних резцов нет. Да, зубы он не чистил. Ладно, что там дальше? Отличные когти, 15 дюймов. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет 100-110. Ноги мощные, особенно икры и стопы. И я тебе скажу, быстрый он был, этот ублюдок. Вот он здесь, через миг там, все время в тени. Я едва мог его разглядеть. Как ты его сделал? О, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Давай взглянем на его кишки. Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за 10. Человеческие волосы, пряжка от ремня, медики и золотое кольцо. Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно, за исключением печени. Похоже, он имел слабость к крови пьяниц. Думаю, я увидел достаточно. Старая особь, опытная. Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам, чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки. Это правда. Но давай займемся этим потом. Увидимся. Спасибо, все работает. Что это было? Две меритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кроватей. Он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю. Ламберт вредный, но не глупый. Ну да ладно. Ты готов к разговору? А ты меня приглашаешь? Я думал, члены ложи не посвящают, кого попало в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начни. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Кейд Милл и Йеннифер Айп Венгерберг. Гвин Блейд. Кейд Милл Айн Сайверне.
Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафайль Элайне Каэдмил Фолье. Глайды в Дорне Айптонайт, Бундраитны и Яхус. Что это за диалект? Лайт Айн Ундот. То есть? Так называемая единая речь. Забытый язык, бытовавший еще до скитания. Скитание? Потом, Геральт. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверни. Вафайль. Наш разговор еще не окончен. В чем дело? Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество Итлины. Не сомневаюсь. Но понимаешь ли, старшая кровь может начать час конца или отсрочить его. Помни об этом, Гвинблейд, ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. Ты поняла, о чем она говорила? О Цири, конечно же. Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. А что с этим скитанием? Великая мать! Вас здесь что, истории совсем не учили? Нет. Весемир считал, что фехтование больше пригодится на пути. Ты ответишь мне? Конечно. Учиться никогда не поздно. Эльфы Айн Сейтхе и Айн Элле составляли когда-то один народ. Айн Ундот. Но потом произошла катастрофа. Что именно, никто не знает. Им пришлось покинуть свой мир. И по пути они разделились. То есть, если проклятие Умы наложено на этом Лайт Айн Ундот? То оно старое. Очень-очень старое. Интересный разговор. И что теперь? Закончи все, что вы с ребятами собирались сделать. И мы начнем. Зрачков много. Thank you.
здесь ничего. Посмотри в огонь. А теперь сюда. Если что, я готов. Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда, как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальона вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что Саламандры... Весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда. Как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальоном вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Угу. Он этого терпеть не может. Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Здесь ничего. Я вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет.
Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что? Я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза. В таком тумане мы никогда не... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет. Просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз. Уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыги в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Сам эту посудину делал? Да. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку каши. Хорошо, мы уже близко.
Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы. Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Так старый грот еще там сидит? Если только не оказал нам услугу и не сдох сам, то да, сидит. И в любую минуту может выйти. Как там было в нашем стишке? Чутко дремлет старый грот? Кто разбудит, тот умрет. Пойдем. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Эй, малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Иллюзия. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Ривии обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Когда речь идет о чьей-то жизни, лучше перестраховаться и подуть на холодное. Разумеется. Благородный белый волк никогда не оставит человека в беде. Ну, просто святой, а не ведьмак. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу, один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слава Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз. Два. Три. Да и ты нелегкий. Ну, идем. Эту стену можно было бы взорвать ардом. Ага, отходи.
Тихо, и разбудить старого Грота. Можешь топать потише. Да ладно тебе, я поскользнулся. Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Главное, чтобы не осколок льда. Не то станешь еще вреднее. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не возражал. А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Ты цел? Да, да. Вроде да. Уходим отсюда. Постой. Это тебе за Вольтера, скотина. Вольтер? Кто это? Ты не помнишь? Такой, невысокий, со шрамом на подбородке, вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже.
хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Лучше смотреть в оба. Мы на их территории. Навалил полные штаны из-за пары троллей? Я когда-то тоже красовался. А потом меня едва не убил простой паренек с вилами. И я отучился. Пойдем уже. Медальон дрожит. Это место силы. Ты глянь, как он от нас удирает. Тролли обычно себя так не ведут. Ведьмаки, не ходить дальше. Это горы тролли. Гора тролла. Да, гора тролли. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать. А иногда третье. Ну, сколько можно? С дороги тупицы, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушай все-таки. Мы к вам в замок не ходить, а там много камень. Красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечать, только болтать. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Будет так. Вы здесь оставить острые дубины,
вы пройти. Если нет, мы бить. Будь по-твоему, оставим здесь мечи. Но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл фу, щиплет рот. Ты спятил? Делай как я и не ори. Хотите в дырах?